здесь дети читают стихи. Меня зовут Попова Настя. Мне 7 лет. Автор называется Степан Щекачев. 5 минут до войны. Казалось, было холодно к цветам, и от росы они слегка поблекли. Зарю, что шла по травам и кустам, обшарили немецкие бинокли. Цветок в бросинках весь к цветку приник, и пограничник потянул им руки. А немцы, кончив кофе пить в тот миг, лизали в танки, закрывали люки. Такой все дышало тишиной, что вся земля еще спала, казалось. Кто знал, что между миром и войной всего каких-то 5 минут осталось. Я о другом не пел бы ни о чем, всю свою жизнь осваивая дорогу. Как армейским скромным трубачом я все эти 5 минут трубил